Привет, друзья! Всем привет! С вами Айна Костырстан и Мироль Балибекова. У нас для вас отличные новости. Мы решили сделать небольшую экскурсию для вас по нашему концептуальному центру, который находится в городе Алматы. Сегодня вы узнаете, где обрабатываются ваши заказы и вопросы на казахском языке, где сидят ваши любимые асмы, ну и вообще познакомитесь со всеми местами и уголками нашего любимого офиса. Ну что, вы готовы? Поехали! И сейчас мы находимся в самом главном холле нашего концептуального центра, и вы видите все новинки каталога. Эти все новинки можно потрогать, пощупать, примерить, послушать запахи и так далее. Прямо за мной у нас находится отдел обслуживания. Это самое сердце всех. Это место, где обрабатываются ваши вопросы. Девочки, привет! Все вопросы, да, которые на казахском языке поступают к нам здесь. У нас происходит выдача заказов, постаматы. Это наши любимые коллеги с отдела обслуживания. Девчонки, привет! Наша замечательная мейкап-комната. Именно здесь вы можете навести, так скажем, порядочек и марафет. Именно здесь мы снимаем все наши мейкап туториалс и так далее. Следующий кабинет у нас кабинет любимых региональных менеджеров по продажам. Девчонки, сейчас у нас здесь Аселя и Дина. Отсутствующие места принадлежат, ну конечно, как вы догадались, нам. Здесь у нас находятся инфокиоски. Можно размещать заказы, регистрировать людей и распечатывать свои информационные листы. Все очень здорово продумано, можно работать здесь целый день и развивать свой бизнес и сотрудничество с компанией Oriflame. За этой волшебной дверью у нас малый тренинговый зал, который можно использовать для ваших встреч по планированию бизнеса. Имеется вся необходимая техника для того, чтобы ваша встреча была максимально эффективной. Проектор, доска, где вы можете писать ваши расчеты. Вот такой замечательный тест-стенд, где представлены наши продукты. Все новинки выставлены здесь, в том числе здесь вы можете наблюдать афишу по нашей новой стартовой программе. Ну и давайте пойдем дальше. У нас есть еще тренинг-зал, в котором вы можете проводить свои большие встречи. Вот такой тренинг-зал ждет всех своих гостей, бизнес-партнеров компании Oriflame. Порядка 70-80 человек можно вместить в этом зале и провести плодотворно свои встречи по развитию бизнеса. И, как напоминание, наши ключевые бизнес-параметры – 15% рекрутирования, 70% активности и 60% конверсии. Более того, вот этой стеной я очень горжусь, потому что здесь представлены обложки наших каталогов. И, как вы видите, некоторые из них демонстрируют наше успешное сотрудничество с мировыми звездами. Вот Моника Белуччи, например, Дима Билан, Алсу, лица наших прошлых каталогов. И это не может не вызывать улыбку и еще один повод для гордости. Ну что, Мирвет, давай дальше покажем, какие у нас есть залы. Виртуальный центр, очень красивый, очень стильный. Здесь все время хочется проводить свое время. Вот такой вот замечательный тестер-стенд еще представлен, где выставлена вся наша декоративная косметика. Любой желающий, который придет в наш офис, может всегда попробовать и протестировать все продукты компании Oriflame. Наша замечательная стартовая программа, которую также можно сразу воочию наблюдать здесь, в нашем концептуальном центре. Ну и, конечно, как мы могли обойтись без подарков по рекрутинговой компании. Это то, что ждет наших партнеров из каталога в каталог. Подарки меняются, соответственно, у каждого, кто заходит в наш сервисный центр, есть возможность тут же потрогать и пощупать наш продукт. Ну и Мируэрт, конечно, донесла еще одну сумочку и вот такой вот замечательный кошелек. Наверняка вы уже начали получать подарки по рекрутинговой кампании. Чтобы двигаться дальше, пойдем на второй этаж, но прежде чем мы пойдем, покажем вам наш замечательный уголок, там, где сидят наши девочки, ресепшенисты. За их плечами, как вы видите, награды, которые компания Oriflame получала на протяжении всех этих лет. Очень такая приятная стена, на которую всегда с удовольствием хочется смотреть. По вот такой лестнице успеха мы каждый день поднимаемся на второй этаж, чтобы поздороваться и поработать со своими коллегами. На втором этаже у нас находится так называемый бэк-офис. Это
место, где работают люди, без чьей помощи мы не смогли бы обойтись. Наши айтишники, отдел маркетинга, бухгалтерия, генеральный директор, финансовый отдел, девочки из отдела этики. Очень красивый офис у нас в городе Алматы. Наши награды, которые мы получали все это время. Куда ни посмотришь, везде хочется остаться, провести сессию или, например, обзвоны. Пойдемте покажу еще один тренинг-зал, в котором вы можете встречаться со своими партнерами, если вдруг будете проводить их. Это офис нашего руководителя. Вот такой большой тренинг-зал ждет вас еще и на втором этаже. Офис Арифлейм – это очень красивое и уютное место. Ну что, пошлите дальше, мы покажем вам второе крыло нашего помещения. Вот это место я очень люблю. Красивые кадры получаются здесь. Это люстра, как вы видите, тоже такое место для красивых фотографий. Очень многие партнеры, которые приходят в наш офис, обязательно делают себе такие фотографии. Это кабинеты моих коллег. Сейчас мы снимаем видео уже в конец рабочего дня. Но, тем не менее, вы можете наблюдать, что все действительно выдержано в шведском стиле, в таком скандинавском. Все очень гармонично. Есть еще одно место, и мы обязательно хотим вас с ним познакомить. Это комната для отдыха. Такой, скажем так, маленький наш рай, где мы иногда заряжаемся новой энергией для себя, для своей работы. Вот на этом кресле можно сделать себе массаж, а на этих пуфиках просто поваляться и отдохнуть. Пойдемте дальше. Компания заботится о своих сотрудниках, поэтому мы имеем на двух этажах свои отдельные кухонные комнаты, где для нас представлена фокусная категория wellness. Мы можем делать себе супчики, делать коктейли и пить наши замечательные wellness пэки. Пойдемте дальше. А вот за этим стеклом работают наши коллеги, которые занимаются бизнес-процессами и этикой для всего Казахстана и Центральной Азии. Стена нашей гордости. Особенная стена, вы видите здесь все наши награды, они уже не помещаются. Я думаю, что нам нужно будет делать новую стену, где мы будем доставлять уже те награды, которые будем получать. И благодарю вашей работе. Но я тоже не могу не сделать фотографию на этом фоне, я думаю, Мируэр сделала для меня потом кадр, нарезку из этого видео. Спасибо, что вы сегодня были с нами и вместе с нами посмотрели наш офис в Алматы. Мы всегда будем рады вас здесь видеть. Добро пожаловать в концептуальный центр офиса Арифлейм.